Сегодня я побывала в другой части Квинса. Квинс тоже очень огромный. Сегодня сделала огромный, проделала путь. И, кстати, вот могу сказать, вот в этой стороне Квинса, где сейчас я нахожусь, очень много наций из Индии. Вот. Вот домики такие. Они совсем другие, нежели в Бруклине. Видите, они квартиры совмещены. Вот. Вот так. Совмещены. И дома малоэтажные. Здесь очень много Пакистана. И очень много в этом районе Квинса, Индии. На удивление. Ряска в Нью-Йорке. Ну что, сегодня у меня просто банька. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Бежим. А я бегу-бегу-бегу. Я бегу-бегу. Ну что, я до сих пор бегу. Родной Шипсен-Бэй. Район Шипсен-Бэй. Бегу навстречу. Юлёк, я бегу. Так что Ряска никогда не останавливается. Первый выпуск американской стряски смотрите скоро на Ютубе и в моем Инстаграме. Я обожаю Эммонс за то, что вот такие красивые лебеди плавают, за то, что воздух нереальный. И рестораны, которые расположены вдоль Эммонса, именно рестораны, турецкие рестораны, самые-самые-самые. Особенно я люблю Рока-кафе на Эммонс. Отряхается. Кто это отряхается? Кто это перышки чистит? Смотрите как. Как оно перышки чистит. Ой, чудесно. Картина такая. Вот они, уникальные птицы. Чистюли. Ой. Как я люблю птиц, животных. А вот это вот такая грязь. Кто кидает это все? Откуда это? Вот это вот рядом с птицей. Ну вот что это? Ну вот кто? Вот я вот попила воду, выкинула бутылку в урну. А здесь? Ну что это? Изверги они, люди, а. Грязюку выкидывают. И вот рядом птица чистится. Так жалко мне вас, что кидают всякую чушь. Сволочи, я никогда не кидаю ничего ни в воду, ни на улицу. Я всегда все выкидываю в мусор. Ведь надо беречь природу. Беречь природу надо, беречь. Люди-изверги.